Я подумала, на что у меня жемчуг Сваровский лежит сейчас без дела. Он прекрасно будет смотреться в летних украшениях. И решила соединить его с сердечками. Чередую бусины вот таким белым бисером. Кстати, бисер очень хороший, очень ровненький и прекрасно откалиброван. Я в бисере совсем не разбираюсь, но девочки-мастера, которые вышивают бисером, заказывали его и говорят, что он даже похож на тоха. У меня белый с перламутровым блеском, очень красивым. Вот этим блеском он, кстати, похож на жемчуг Сваровски. Кончики колье буду закрывать бусинами One Touch и вот такой карабин спереди поставлю. С карабина сразу сниму вот эту штуку, на которой он закрывается. Эти кримпы One Touch я не буду советовать, потому что в том магазине на Али, в котором я их покупала, это лотерея. Какие-то кримпы работают, а какие-то нет. Вот это колечко двойное от карабина надеваем сразу на протектор, минуя дополнительные соединения. В этот раз мне повезло, One Touch закрылся сразу. И теперь также закрываем второй кончик нашего колье. Вот такое украшение получилось летнее. И немножко наивное. Чтобы оно стало чуть посерьезнее, можно добавить многослойности. Например, вот такое украшение. Тоже его сама делала. Здесь у меня жемчуг и цепи.